Всем привет, дорогие друзья! Мы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Сегодня хочу вас познакомить с еще одним очередным циферблатным трансформером от Amigos Amatis. Классный разработчик, который делает действительно крутые эксклюзивные циферблаты, они не дешевые, поэтому тут также будут разыгрываться промокодики. И их немного, пишите обязательно комментарии, возможно, вы получите один из этих промокодов для данного циферблата. Так на данном циферблате выглядит режим AOT или экран всегда включен. Также не забывайте, дорогие друзья, что все ссылочки в описании видео на телеграм-канал доступны. Проходите, то подписывайтесь. И там вы можете вот таких циферблатиков найти очень много. Бесплатно. Если успеете забрать промокод в чате, который или в новостном канале. Ну а вот так, дорогие друзья, наш циферблатик выглядит воочию. Как вы видите, здесь вот есть такие вот штучки, там что-то шевелится. Он гироскопический. Что мы, значит, делаем? Когда мы начинаем поворачивать на себя, обратите внимание, во-первых, загораются у нас индексы и получается вот такая красота. Либо вот так, сейчас пошустрее. Мы с вами видим классические просто часы. Дальше цифровое время с секундами. Здесь, значит, логотип Amigos Amatis. Суббота сокращенно. Стрелочка у нас идет, как на механических часах. Здесь лунные фазы. Как вы видите, число на месяц у нас тоже присутствует. И поехали. Здесь у нас уже заряд батареечки, как видите, анимированный. Он, кстати, цвета меняется в зависимости от заряда. Дальше, сколько мы прошли шажков. Здесь отображается, как вы видите. Внизу у нас еще также присутствует. Здесь, значит, у нас виджет. Здесь, сколько мы прошли в километрах. А тут у нас, как видите, анимированное сердцебиение. Ну, измерение пульс, так скажем. Давайте пройдем, посмотрим, что у нас в настройках. Настройки, смотрим. Первое, это, естественно, изменение цвета. Есть несколько цветов, все они достаточно яркие. Следующее, пожалуйста, таб-зоны. Первое, здесь виджеты, здесь просто ярлычок. Ну и все. Так что, дорогие друзья, вот такой вот, вот циферблатик. Если он вам нравится, комментарий оставляйте. И, возможно, вы будете его владельцем совершенно бесплатно. Подписывайтесь на канал, лайки, все приветствуется. Колокольчик жмякни. Пока.